Именно здесь сотрудники компании, которые трудятся в головном корпусе Нижнекамск-Нефтехима, покупают уже готовые, расфасованные по контейнерам обеды и ужины. Буфет, где можно приобрести продукцию управления общественного питания «Нефтехим», всегда был излюбленным местом заводчан. С момента преобразования он стал еще популярнее. По ассортименту были значительные изменения в сторону увеличения доли собственной продукции, так как все-таки в ООП «Нефтехим» есть 7 своих цехов, которые производят от мясных полуфабрикатов до кондитерских изделий. И максимум своей продукции мы решили реализовывать в данном буфете. Уже сегодня работники Нижнекамск-Нефтехима в буквальном смысле могут оценить на вкус расширенный ассортимент готовой продукции, а попробовать действительно есть что. Появились свежепроваренные соки, тыквенные, томатные, морсы, клюквенные, облепиховые, компоты, напитки, комбайн-завтраки, пудинги, салаты. Все они могут это взять с собой и покушать. Готовые вкусные, полезные завтраки. Расширить меню удалось и благодаря новому современному оборудованию. К примеру, был приобретен кофейный аппарат. Теперь свое утро на работе нефтехимики могут начать с кружки хорошего кофе. В продаже имеются различные виды кофейных напитков – капучино, латте, американо и другие. Среди нового оборудования и мармиты. Это специальное оборудование для приготовления и долговременного хранения уже готовых продуктов. Гвоздь программы – печь для приготовления ароматной и хрустящей пиццы. У нас появилось новое чудо-печь. У нас появились две емкости для каши. Раньше мы предоставляли на молоке, сейчас у нас на воде. Как постникам, так и обычным людям. Если удобство, то во всем. Совместно с крупнейшими производителями было решено поставить в помещении холодильники от Елабужского и Зеленодольского молочных комбинатов. У наших покупателей будет возможность отовариться, не выходя, в принципе, с работы, не заходя в другие магазины, а просто по пути домой спуститься на первый этаж и купить продукты первой необходимости, такие как хлеб, молоко, сыр, сливочное масло, ну и тому подобное. И если в буфете «Калинка» на второй промышленной зоне капитальный ремонт только планируется, то в кафе возле автобусной остановки на первой он был проведен еще зимой. Причем в самые кратчайшие сроки – за 1 месяц. Стильный дизайн интерьера и слоган разработан совместно с компанией «Нефтехим Медиа». Очень удобно выбрали время работы с 6 утра, то есть то время, как раз, когда сменный персонал и приходит на работу, и уходит с работы, и работает с 6 утра и до 8 вечера. То есть как раз-таки все приехали на работу, и они в это время уехали. Сейчас стало очень удобно, потому что стал больше выбор завтраков и перекусов. Помимо вкусной выпечки свежие, еще каши появились, боксы можно брать с собой, новая кофемашина, кофе замечательный, горячий шоколад, очень все вкусно, очень удобно, очень экономит время, и можно утром позавтракать между делами, это замечательно. Покупаем как бы и колбасные изделия, и салаты, очень вкусно, выпечка очень вкусная. В планах на ближайшее будущее у руководства управления общественного питания оформить все точки общепита сети в едином стиле. Первые в списке на ремонт – «Калинка» в парке нефтехимиков и кафе на второй промышленной зоне. Также прорабатываем вариант возможности заказа по телефону, через мобильное приложение, возможно. И дальше мы либо сами доставляем, либо вы приезжаете, забираете сами. Сейчас же компания нацелена на сохранение качества и расширение линейки ассортимента. Хлебобулочные, колбасные, кондитерские, мясные изделия, выпечка и полуфабрикаты. В сети управления общественного питания «Нефтехим» есть все, что делает нашу жизнь вкуснее. Алия Салахиева, Роман Мальцев, Н-Медиа.